красивая речь, вы должны что-то читать очень красиво. Напитывать свои, как вы питаете свой желудок едой, так вы должны напитывать свое сознание. Поэтому для женщин очень важно чтение священных писаний, каких-то духовных произведений, возвышенной литературы какой-то. Это очень-очень важно для женщин. Потому что именно от мышления идет речь. Вы не можете просто контролировать речь. У вас должны быть мысли высокие для того, чтобы речь была возвышена.